Всем привет! Меня зовут Аня Матвеева. Я учитель кундалини-йоги, практикующий психолог, арт-терапевт. Приглашаю вас на курс «Как разрешать конфликты осознанно». Очень часто в отношениях мы испытываем неприятные эмоции, кризисы наступают, конфликты. И хочется все-таки испытывать позитивные эмоции, хочется в партнере видеть сильного поддерживающего человека и сотрудничать вместе с ним, вместо того, чтобы впадать в такие реакции, как борьба или же, наоборот, убегание из этих отношений, поиск нового партнера и так далее. Как же это сделать? Как подходить к отношениям, чтобы выстраивать их долгосрочными, чтобы они приносили нам удовлетворение и мы в них также реализовывались. Для этого нужно понимать и себя, и человека, потому что все люди разные, и с каждым человеком нужно выстраивать разную коммуникацию. Мы это будем все разбирать на курсе, я вам покажу, какие стили обычно мы используем, стили построения в отношениях, и какие приводят к разрушению, какие перспективным отношениям, и также мы будем делать техники, которые помогут выйти из конфликтов. Приходите, буду рада вас видеть.